Привет, отъезжаем от Гарибальди. Я потом болталку сделаю, но сейчас хочу, во-первых, посмотрите на этажи. Здесь перед Гарибальди вообще, видите, сколько с трубами там. Я просто не могу сейчас увеличивать, но я сейчас вам хочу показать вот это место, которое мы все время проезжаем. Я никак не могу заснять, где идет в глубину стена, а сегодня очень хороший свет. Пусть будет не длинное видео, но я обязательно сейчас его поставлю отдельно, потому что это стоит того, что вот мы медленно сейчас подъезжаем, и именно вот по той стороне, значит, железной дороги, где рядом будет это вот углубление. Видите, какой свет хороший, и окно практически чистое, удивительно, да? Я читаю, значит, комменты, ну, вот появляются постепенно новые люди. Там одна меня вчера поносом обозвала, мой базар поносом, потому что мне нравятся люди. Просто не видят, во-первых, сколько у меня сделано за год видео. То есть за год сделано 2600 видео. Покажите мне еще блогера, который хотя бы за год 1000 сделал. Вот. То есть не видят, сколько, они смотрят вообще информацию, сколько человека сделано материала, начинают меня учить и обзывать мои, значит, способности к речевому. Вот, смотрите, вот идет, смотрите, вот стена, смотрите, смотрите. И вот углубление, они здесь пытаются, видите, железную дорогу засыпать. То есть они сделать хотят полностью все засыпать камнем. Не знаю, где они столько камня. Вот эта стена, которая идет вниз, вы понимаете? Прикиньте, да? Посмотрите, и она еще и закругляется. И там железная дорога тоже. Представьте, что это, блин, вот этому нужно сейчас говорить. Конечно, я не обижаюсь, естественно. Ну, там женщину, которая меня поносом обозвала. Вот, посмотрите, посмотрите, сейчас она еще будет под низ идти, смотрите, в туннельчик, видите, как бы? Вот, и там она сейчас в туннеле проходит, видите, там вот стена торчит, смотрите, да? Вот представьте, какая сложная вообще организация всего. Дело в том, что люди не знают моих работ. Начинают мне указывать на мои проблемы с речью, с неумением высказывать на русском. Но, слава богу, хоть на итальянском красавец. Мне нравится. Кто лучше меня может меня оценить в итальянском, я вообще не понимаю, потому что... Если кто-то может похвастаться таким же количеством прожитых лет в Италии постоянно, то работая переводчиком, вот смотрите, вот здесь он выходит. Вот видите, вот там вот выходит этот туннель. И к тому же там еще и заужение какое-то. Представьте, какая сложность всего. Вот, я это видео, да блин, заколебал. То есть, во-первых, мне кажется, что если ты попал на канал, ну каким-то образом ты, значит, тебя что-то заинтересовало. Если не заинтересовало, да ради бога, господи. Но если тебя заинтересовало так, что даже, значит, оценить какое-то там, какую-то возможность мою, мое умение, скажем так, рассказывать по-русски. Я не знаю, люди, которые меня смотрят год, им все нравится вот, почему-то. Вот. А люди, которые только пришли, да, с претензией на то, чтобы меня обсуждать. Я вообще не понимаю. Как вы можете меня обсуждать, если вы посмотрели одно видео, да, одно видео, вот, не знаете вообще ничего о человеке, я просто валяюсь, такие все, значит, это, режиссеры вообще, голливудские, блин, фильмы все делают. Я говорю, что я уже на это внимание не обращаю особо, просто говорю, что прежде чем у другого соринку в глазу находить, выньте свое бревно из глаза. Вот это, которая написала, вот это тоже здание наше, абсолютно. Наше, там один год, что вы нашим называете? Ну, посмотрите, или спросите у меня нормально, а не с каким-то там сарказмом, вот. Значит, это, которая меня сказала, что у меня понос, вообще понос, речь понос, голос понос, все у меня поносное. А, картинка была у нее, окей, да. Я написала, что ну ладно, отправлю вас, раз у вас все поносное, сами вы... Видать, в говне плаваете, я вас удалю в унитаз. Потому что люди такие странные, вот думает, написала, ну, сколько она продержится с ужасным комментом. 5 минут. Вот. У самой там 6 подписчиков всего. И 2 видео. То есть, понимаете, люди, которые не работают, даже дело не подписчиков. Я смотрю всегда на канале у кого-то на количество материала. Вот. Ладно, боты. Когда заходишь и видишь, что там ни одного, там, ну, как бы ничего нет, это бот, да? Ну, как бот? В смысле, просто человек может просто аккаунт, как бы у него просто писать комменты, да? Но когда там с претензией на канал, и у тебя там всего там
три работы, и ты идешь, и критикуешь человека, у которого 2600 видео. Ой, только не надо там говорить сейчас. Работа о работе рознь. Неважно. Работа о работе не рознь, потому что за моей работой стоит труд физический. Не только физический, любой. Поэтому побухтеть надо. Кстати, я еще одно видео надо записать. Сейчас я вот это сделаю, залью видео, ребятушки, и дальше буду снимать, потому что я уже соскучилась, мы в эту сторону ехали. Короче, едем-то мы в Стрезу на Изабелла, вот. Ну, показала вам ту стену, ладно, все, пусть это видео будет на 6 минут, ничего страшного. Вот именно когда я стала говорить, кстати, это сзади, вот решила, вот полный, вот практически пустой поезд, нет, надо было рядом со мной сесть и сейчас разговаривать, да? Когда я стала видео делать. Ну ладно, ребятушки, давайте я пока прекращу, потом сделаю болталку попозже, может быть. Объясню вам, что и как мы сегодня будем делать. Вот. Тут тоже все, вот сейчас мы будем подъезжать, это кровь Ярамилана, тут тоже все. Все странно, но тут тоже все странно, ребятушки. Но все эти странности, в общем-то, я уже сняла, вот сегодня просто хороший вот свет, именно падающий хорошо на железную дорогу, прям хочется снимать и снимать эту железную дорогу, блин. Все вот эти вот стены непонятные, все уровни самих железных дорог, они постоянно меняются. Чуть-чуть повыше, чуть-чуть пониже, одна на другой, ну, пересекающиеся, то есть, ну, всякое разное. Ну, ладно, все, подъезжаем к вам. Включаю я, ребятушки. Кстати, посмотрите, туда по туннелю идут, да, вот, под низ, а? Ну, ладно, ребятушки, все, пока.